Привет, с вами сегодня Оза. Мы последний закончили прическу рыбий хвост. Я его так назвала. Так, вот мы косичку сделали, вот такую, такую косичку. А теперь мы вот так сделаем. Теперь нужна нам резиночка любого цвета. Вот я следующую, последнюю, самую буду фиолетовую брать. Так, фиолетовую брать буду. Сейчас брать буду. Вот я выбрала. Вот я взяла фиолетовую. Не получилось, но сейчас получится. Нам нужна заколочка, и мы ее возьмем сейчас вот здесь. Такая заколочка с сердечком нам понадобится. Если у вас не получилось, заколочку берите. Вы можете заколочку любую брать, именно эту. Можете любую брать. Вот. Такие у нас дульки получились. Называется рыбий хвост. А если вам не хочется такую еще делать, то можете просто оставить косичку. Ну, все. А теперь мы будем другую пони делать. Следующие серии. Я покажу ее и покрасу каким-то лаком. Красивым, принцесса. И из косметики, конечно же. И вот у нас лак. Лак, конечно, не простой, а еще и принцесса. Принцесса наклейка. Еще вот здесь на крышке у нас Роза. И еще у Белли. Вот Белли, наклейка Белли и Роза тоже. А форма вот здесь вот цветок обычный. Ну все, всем пока. Смотрите наши каналы и все.